Весенний подарок может сделать себе каждый, кто посетит открывшуюся в выставочном зале «Экспо Одинцово» одноименную ярмарку. Воздушные и стильные картины тульских художников, выполненные маслом на холсте. Сшитые по ГОСТу пижамы, ночные сорочки и халаты нежных и ярких расцветок. Товары для обустройства домашнего уюта. Представлен широкий выбор мужской и женской одежды. Модницам придутся по душе всесезонные дизайнерские платья, юбки, жакеты и жилеты в стиле пэтчворк или натуральные разноцветные шубки из новой коллекции, а также современные аксессуары, дутые сумки и рюкзаки, текстильные кожаные перчатки на любой вкус, авторские мозаичные платки. Как всегда в продаже и необходимый дачникам садовый инвентарь. Ярмарка «Весенний подарок» будет работать по 3 апреля с 10 утра до 7 часов вечера, в заключительный день до 16:00. Покупатели ждут в «Экспо Одинцово» по адресу улица Маршала Неделина, дом 2.